Приветствую, друзья! По просьбе подписчиков сегодня мы с вами прогуляемся к объектам, которые находятся по адресу проспект Ленина, 101 и 103. Итак, друзья, мы подошли с вами к нашей цели. В этих двух 14-этажках с номерами 101 и 103 был проведен капитальный ремонт. А также вся территория вокруг этих домов была приведена в порядок. Везде был полностью перестелен асфальт. Кстати, я всегда считал, что это 14-этажки. А сейчас впервые я посчитал, сколько этажей, и их оказалось 15. И в этом доме тоже. Сейчас мы с вами посмотрим, как выглядит двор. Для сравнения, друзья, это восстановленный дом после капитального ремонта. А справа чуть ниже 12-этажка, все еще серая. Но в ближайшем будущем ее внешний вид очень сильно изменится. Еще один 9-этажный дом, тоже после капитального ремонта. Во дворах добавили больше парковочных стоянок, детских и спортивных площадок, пешеходных дорожек. Дом 103 со двора. Дом 101. Двор очень преобразился. Здесь приятно находиться. Вот такие вот лавочки в виде качели.
лежаки, даже гамаки есть. Да, гамак это тема, конечно. Да, двор теперь очень благоустроен. Хорошие лавочки в виде качели, шикарные. И, конечно же, мимо турников не проходим. Итак, друзья, это был краткий видеообзор 15 этажек по проспекту Ленина 101 и 103. Дома, а также вся территория вокруг в полном порядке. А это значит лишь то, что Мариуполь возрождается. Всем мира и добра. Пока.